Завтра в Вилюйском районе при помощи самолета Ан-26 планируют вызвать искусственные осадки. Накануне борт работал в Горном. Со слов специалистов, фронт смог увеличить свою мощь примерно в 300 раз и положительно сказался на ликвидации очагов пожара. А площадь охвата, все зависит от количества реагента, которого мы вводим. Мы в районе Бергедисеха мы где-то обработали порядка 50 километров этого облачного массива, в результате чего стабилизация произошла этого облака, и он, по сути дела, остановилось это облако над пожаром, потому что внизу был штиль.